Значит, всем привет, с вами Дэн и Серж, и сегодня мы поиграем в CS GO. Мне интересно, было опять тихо или нет, просто мне кажется, что я ору. Блин. Всем привет, вы уже заплентили? Я нуб, я забыл купить оружие. Да, я вижу, как ты забыл оружие купить! Я его реально забыл купить, Серый. Это я подобрал у бота. Понятно. У меня осталось несколько хп, и меня слил бот, лол. Лол? И кто из нас лол? Я. Вот. Козёл! Я такой. Конечно, узнал, что я здесь сижу и решил тут со своим диглом быть. Серый, ты чё, я не знал, что ты тут сидишь. Я только потом узнал, что ты там сидишь, потому что... Ну вот. И вышел на припайре. Вышел на припайре. Козёл, АВП. Я люди не люблю АВП. Кстати, люди, я вам могу сказать, то, что я играю в эту игру сейчас, ну, первый, не первый раз, я вчера играл. То есть она только-только у меня. Оу, понятно. Вышел, зажал, скилл показал. Норм. Почему вас так много? Почему вас так мало? Почему я убил одного, а мои боты не смогли ничего сделать? Я просто вопрос небольшой такой, маленький. Блин, не, такой, он не... меня все равно откидывает назад. Я надеюсь, что он на записи не лагает. Иначе это как херово получится. А, Серый сейчас лагает, сейчас лагает, сейчас лагает по-жесткому. Слушай. А у кого сейчас не лагает, думаешь? Не, у меня, знаешь, все двигаются, как будто бы, знаешь, танчики такие дэнди, типа. Козёл, я так и понял. Видишь, а у себя, когда я за себя играл, я уже как бы отошел и спрятался. Ща, тогда так не лагало на записи, когда я только включил. Нет. Чего? Я вышел на бота и подох. Это ты тут? Оу! Что у вас за боты, Дэн? У тебя боты тащеры. Ты на последнем месте, я на первом. Норм. Молодец. Я просто не успел никого убить. Люди, вы на меня так не смотрите, чё? Все хорошо. Раз. Ай-яй-яй, Данилка пытается простреливать. Два. Нет, не Данилка. А, хорошо. Три. Ну и где ты? Ну а догадай, я на Б, конечно же, побежал. Ещё дурак, что ли? Стоять, ждать. Боты тебя загасят сами. Нет, я ботов. Три килла в голову! И Данил тут со своим диглом поджидает. Охренеть! Вот это нежданчик. Только поднялся вот по лестнице, и тут два этих Эдика. Вот это поворот. А, ты в тёмке, понятно, мы идем бомбу дефьюзить. А где бомба? Вы как бомбу на А поставили? What the fuck? Я думал, бомба на Б. И где ты, человек? Человек, человек, мы нашли тебя. Сейчас убью тебя, я, наверное. А, так вот, это ты, козёл, по мне стреляет. Нет. А там хоть кто-нибудь у вас бомбу дефьюзит? Угадай, где я был? Я был за твоей спиной. Я был за твоей спиной, я не успел нож достать и зарезать тебя. Козёл. Крыса, люди, вот запомните этого человека, это крыса. Просто вылитая крыса. А чё ты там стоишь такой? Серый, я троих там сразу же грохну, или двоих, я не помню. Оу, бот с АВП, норм. Серый, у тебя так. Вчера сколько? Три бота подряд с АВП ходили. Оу, мне слышишь? У тебя бот выносит всех. На. На. Это Данилка у нас здесь. Блин, почему оружием нельзя бить? Типа прикладом или я не знаю там. Бить оружием? Да.
О, нифига у тебя... А, так это ты. Думал, не... я уже хотел сказать, нифига у тебя бот. Да, так у меня бот просто ящер-тащер. Козёл. Блин, первый раз промахнулся, потому что ты убежал. Воу, патроны! У меня есть. Ты задолбался своим диглом? Иди в жопу, чем хочу, тем и стреляю. Я умею им играть. И нормально. Окей, я покупаю дигл, покупаю. Да ты козёл, что ты у меня идею берешь? Это я теперь, покупай... я, короче, теперь дигл. Во, мое прозвище дигл. Да ну, тупой дигл, я с него не попал. Нифига. Да ты издалека. Нет, попал. Нельзя, конечно. Издалека ты не попадешь. Воу, чё вас так много? Нормально. Я просто пошел проверить, где вы. А вас там что-то дофигища. Опять я слился. Я дурак. Ах ты козел, ах ты ж козел. О, мое любимое оружие есть. Дигл мой! А, ты твой? И да, еще забыл вам сказать то, что сейчас видео будут выходить очень редко. Просто потому, что я, ну, уезжаю. А если будут выходить, то реально, люди, очень редко. Поэтому, как бы, ну, поймите, понимаете меня, вот, делайте, что хотите. В общем, всем пока. Там, от меня я те же.